Эвакуатор Том. Привет, Эмбер. Куда это ты так торопишься? Ах, ты опаздываешь на рождественское представление в больнице? Ты и малышка Эмбер должны будете вместе петь? Ух ты, что это было? О, нет, Эмбер, стой! Молодец, Эмбер, это было очень опасно. Поехали, нам нужно скорее в больницу, тебя все ждут. Ты в порядке, Эмбер? Наверное, стоит позвать эвакуатора Тома. Посмотрим, сможет ли он тебя починить. Привет, Том. Здравствуй, малыш Том. Все верно, малыш Том. Молоток. Том, Эмбер нужно срочно починить. Она уже опаздывает в больницу, а ведь она ведущая певица в рождественской программе. Ты поможешь. Отлично. Поехали. Том приехал на помощь, Эмбер. Мы на месте. Тебя быстро починят, Эмбер. С чего начнем, Том? Проверим под капотом. Эмбер не может завестись, потому что у нее порвался ремень генератора? Вот что нам нужно, Том. Новый ремень. Сначала нужно ослабить болты генератора. Затем снять порванный ремень и поставить новый ремень. Том, а что сделает Эмбер еще лучше? Эмбер, еще мгновение, и ты будешь готова. Спасибо, малыш Том, это очень мило. Что это, Том? Микросхема, которая улучшит голос Эмбер? Потрясающе! Как ты здорово придумал! Прекрасно! Отличная работа, Том! А что у Эмбер с аккумулятором? Нужно убедиться, что он хорошо закреплен. Ты готова, Эмбер. Что такое, малышка Эмбер? Ты не хочешь петь без своей мамы? Смотри-ка, а вот и она! Как это прекрасно! До свидания, друзья. До новых встреч.
Эвакуатор Том. Добрый вечер, Том. Какая прекрасная праздничная елка у тебя. Ух ты, как красиво! Похоже, Том не единственный, кто украшает все вокруг к Рождеству. Привет, Чак! Чем занимаешься? Готовишь улицы автомобильного города к Рождеству? Так я и думал. Кажется, здесь уже достаточно украшений. Давай поедем на другую улицу. Как думаешь? О, нет, Чак! Что случилось? Похоже, что-то сломалось, Чак. Так не вовремя. Тебе же нужно до завтра украсить весь город. Том! Эй, Том! Автоподъемник Чак сломался. Ему нужна твоя помощь. Быстрее, Том! Ему необходимо украсить весь город до завтрашнего дня. Смотри, Чак, Том приехал тебе на помощь. Отлично! А теперь пора в гараж, Том. Так, с чего же мы начнем, Том? Двигатель выглядит как-то странно. Тебе не кажется, Том? Аккумуляторы! Здесь слишком много аккумуляторов для одной машины, не так ли, Том? Взгляни на это! Это не бензобак! Ну, конечно, Том! Чак – электромобиль! Ему не нужно топливо, чтобы ездить! Ему нужно электричество! К сожалению, у Тома только одна розетка. Так что сначала нужно выключить гирлянду. А теперь давай подключим в розетку вилку Чака, чтобы он немного подзарядился. Это сработало, ребята! Ха-ха, как здорово! Ну, конечно, Чак, сейчас не время отдыхать. Пора вернуться в город и закончить развешивать праздничное освещение на улицах. Том, ты не против немного помочь Чаку? Это просто великолепно, друзья! Счастливого Рождества всем! Хо-хо-хо! Эвакуатор Том. Эй, Тайсон, чем занимаешься сегодня? Ты везешь бензин на автозаправочную станцию? Что это за звук?
Это Мэтт, полицейский. Что случилось, Мэтт? Тайсону нужно срочно остановиться. Остановись, Тайсон. Тормози. Мэтт, в чем проблема? Топливо выливается из цистерны Тайсона? Куда? На дорогу? О, нет! Это может быть очень опасно. Нам стоит позвать эвакуатора Тома на помощь. Том! Эй, Том! Бензовозу Тайсону нужна твоя помощь. Том, езжай чуть-чуть быстрее. Там топливо разлито по всей дороге. Если какую-нибудь машину занесет на нем, это может привести к большой аварии. Вон они! Притормози, Том, не поскользнись на бензине. А теперь поезжай очень аккуратно. Эй, Тайсон, Том приехал помочь тебе. Может, отвезем Тайсона в гараж? Почему нет? Что случилось, Том? Ты прав. Нужно убедиться, что дорога безопасна. Как думаешь, что нужно сделать? Есть идеи, Том? Отличная мысль, Том. Мэтт, полицейский, может перекрыть дорогу, чтобы ни одна машина не смогла проехать. Ты сможешь сделать это, Мэтт? Прекрасно! Ну а теперь мы можем отвезти Тайсона в гараж, Том? Почему нет? Из-за дыры? Ты прав, Том. Нам нужно закрыть дыру перед тем, как Тайсон куда-либо поедет. У тебя есть что-нибудь для этого? Отличная идея! Давай же скорее отвезем Тайсона в гараж. Клейкая лента не продержится долго. Молодец, Том. Пока, Мэтт, увидимся. Уже почти приехали, Тайсон. Осталось совсем чуть-чуть. Итак, с чего начнем, Том? Хорошая мысль. Давай заделаем дыру в цистерне Тайсона. Какой самый лучший способ закрыть дыру, Том? Это сварочный аппарат? Отличная идея, Том. Тебе нужны защитные очки? Будь осторожен, Том. Здесь очень горячо. Вот так. Идеально, Том. Может, нужно еще что-нибудь починить Тайсону? Это бензонасос, Том? Отличная идея! Давай заправим Тайсона и восполним топливо, которое он разлил на дороге. Молодец, Том, отлично сработал! Ну что, все, Том? Тайсон теперь может возвращаться на дорогу? Почему нет? Оу, я вижу. Тайсон испачкался в бензине. Нужно его почистить.
Чем же мы очистим его? Может, очищающий спрей? Как насчет тряпки? А может, возьмем губку, Том? Прекрасно, Том. Тайсон выглядит как новенький. Ну что, доволен, Тайсон? Угу. Выглядишь здорово. Пока, Тайсон. До встречи, Том. Скоро увидимся снова, друзья. Эвакуатор Том. Что ты делаешь, Том? Оу, привет, малыш Том. Ты играешь в прятки со своим папой? Нужно поскорее найти место для того, чтобы спрятаться. Все верно, Мэтт, это фол. Тебе не стоит так врезаться в товарищей, Фрэнк. Все хорошо, просто больше так не делай, ладно? Теперь тебе придется бить пенальти, Мэтт. Нужно попытаться забить гол без Фрэнка, защищающего ворота. Как здорово ты поймала, Кэрри. Но ты упала. С тобой все хорошо? О, нет, кажется, ты поранилась, Кэрри. Думаю, стоит попросить Тома приехать и починить тебя. Эй, Том, Кэрри поранилась, играя в футбол. Ты можешь поехать помочь ей? Том приехал починить тебя, Кэрри. Он собирается отвезти тебя в гараж. Том сейчас оценит твои повреждения. Хорошо, Кэрри? Все верно, колесо Кэрри отвалилось, когда в нее попал мяч. Кажется, у Тома есть новое колесо как раз для тебя. Что дальше? Все верно, Том. На месте, куда ударил мяч, царапина. Ты собираешься закрасить это место краской? Сейчас даже не найти, где была царапина. Осталось сделать еще кое-что. Присоединить обратно конфетку, Кэрри.
как ты собираешься ее присоединить, Том? Надо выбрать. Клей, конечно. Скоро высохнет, Кэрри. Это потому, что Кэрри вратарь. Как здорово! Спасибо тебе за все, Том. Кэрри теперь как новенькая и снова может играть в футбол. Ты хочешь себе такой же, малыш Том? Теперь вы оба готовы играть в футбол. Веселитесь, ребятки. До свидания, друзья. Эвакуатор Том. Привет, Том. Чем сегодня занимаешься? Ты помогаешь малышам-машинкам купаться. Сюда, малыш Фрэнк. Ты первый. Давай, малышка Пикл, ты следующая? Привет, Билли. Груз очень тяжелый. Осторожно, впереди забор, Билли. Ты не можешь остановиться. Ты едешь прямо на железнодорожные пути. Тормози! О, нет, поезд Трой! Трой, тормози! Ты в порядке, Билли? Я попрошу эвакуатора Тома срочно приехать на помощь. Том, у нас происшествие. Бульдозеру Билли очень нужна твоя помощь. Ты сможешь приехать? До свидания, малыши. До встречи. Выше нос, Билли. Вот и Том. Давай отвезем Билли в гараж прямо сейчас. Отлично, Том. Ну вот мы и в гараже. Что же случилось, Том? Почему Билли не смог остановиться? Ты хочешь проверить его тормоза? Прекрасная идея. Ты видишь, в чем проблема, Том? Нет? Слишком темно? Может, воспользуешься фонариком? А теперь ты видишь, что не так? Что же там такое? У Билли в тормозах застрял камень? Как же его вытащить? Стой смирно, Билли. А вот и он. Превосходно.
Может быть, Том может еще что-то исправить? Твой ковш? Нужно заменить эти поршни, Том. Замечательно! Ну что, как себя чувствуешь, Билли? Похоже, ты готов вернуться к работе. До свидания, Билли. Пока, Том. До новых встреч, друзья. Эвакуатор Том. Сегодня в автомобильном городе проходит гонка среди самых быстрых автомобилей. Тайлер, а что ты делаешь на старте? Ты не можешь профессионально гоняться. У тебя слишком мало опыта. О, ты думаешь, что сможешь победить, да? Как много машин съехалось посмотреть на гонку. Эй, глядите, здесь эвакуатор Том. Он тоже любит гонки. И они начали! Кто-то едет немного быстрее, чем другие, а Тайлер уже позади всех. Ты собираешься доказать всем, кто здесь главный? Невероятно! Он действительно всех догоняет! Он собирается попробовать всех обогнать? Он пытается всех обогнать, и у него получается! Ой-ой, будем надеяться, Тайлер успеет затормозить перед тем поворотом. Джерри догоняет его. Он говорит ему сбавить скорость, но разве Тайлер послушает его? О нет, он приближается, он входит в поворот, но на слишком большой скорости. Тайлер теряет контроль. Ты в порядке, Тайлер? Это была серьезная авария. Может быть, позвать Тома на помощь? Ах, дружище Том, он уже спешит к Тайлеру. Том говорит, что у тебя совсем стерлись шины. Тебе нужно заменить их на новые. И воздухозаборник тоже стоит почистить. Давай сначала поменяем колеса, Тайлер. Ты прав, Том. На этих колесах не осталось живого места. Какой размер нужен Тайлеру, Том? Верно. Ему нужны 4 колеса среднего размера. 1, 2, 3, 4. Сначала Тому нужно снять старые колеса. А теперь ему нужно поставить новые колеса на место. Теперь ты будешь ездить намного безопаснее. Ты прав, Том. Еще лучше Тайлеру будет с новым бампером. Том, там на верхней полке. Это не новый бампер. Он такой модный. А, это же спойлер. Тогда бампер должен лежать на полке ниже.
такое, Том? Ты что-то еще задумал? Это превосходная идея, Том! Тайлеру понравится новый спойлер! Но сначала новый воздухозаборник. Тайлер, тебе очень понравится то, что Том придумал для тебя. Тебе нравится твой новый спойлер? Потрясающе! Большое спасибо тебе, Том. Ты не только починил Тайлера, но и здорово его украсил. Должно быть, это твой следующий клиент. Это Джерри. Он приехал проведать Тайлера. Тайлера починили, Джерри. Как мило. Тайлер, Джерри говорит, что научит тебя ездить как профессионального гонщика. Ты рад? Хорошо. Тогда ты можешь вернуться на трек и потренироваться вместе с Джерри. Ты молодчина, Том, как и всегда. А вы двое веселитесь и обязательно слушайся своего наставника, Тайлер.